Мне нравится этот город. Мне нравится тут жить и работать. Но с каждыми выборами мне предлагают проголосовать за наименьшее зло. Все говорят, наша проблема в том, что наши политики коррумпированы. Я считаю, наша проблема в том, что нам не из кого выбирать. С кино мы знакомы почти 10 лет. За эти годы мы провели более 30 многотысячных молодежных событий. Некоторые говорят, что это несерьезно. Возможно. Только вот наш город сегодня в таком состоянии, именно благодаря слишком серьезным политикам, банкирам и бизнесменам. За эти годы кино ни разу меня не обмануло. Ни разу не взял на себя больше, чем может сделать. И ни разу не подвел. Поэтому на этих выборах в муниципальный совет столицы я поддерживаю кино. Потому что если сможет он, сможет каждый из нас.